по пятам за Тираном. Наверное, так лучше было назвать эту часть. А, разрушитель. Ну, надеюсь, что это про Лукаса. Здесь нам придется все разрушить. Но это хорошая перспектива. Мне это нравится. Так, цель слишком близко. Вот так вот не слишком близко. Мы с вами спускаемся дальше. Так, сканируем. Все пока нормально. Почти добрались до базы, а вот целью у нас как раз и является база Хелгастов. Я потерял здесь всю свою семью. Всех до единого. Из всех моих близких выжил я один. Теперь они обращаются с нами как с животными. Все придется платить. Шталь это понимает. Те, кто будет нашими, гражданских мы, конечно, не тронем. Пускай себе. Решат остаться. Тогда другое дело. Планета была нашей. С самого начала. Спасибо за сей трогательный рассказ. Вижу базу. Системы разобраться без проблем. Давайте разбираться. Первый пошел. Навряд ли, что они прям сюда смогут залезть ко мне. Хотя кто их знает? Может быть и смогут. Я не знаю. Ой! Смотрите, кого я вижу. К нам летят друзья. Так. Попал. Попал. Перезарядка. Ну и по одному им еще всадить. И как раз будет самый смак. Так, оставайся на месте. То же самое тебе. Yeah. Чекпоинт заработали. Вовремя они подвернулись мне. Так, как насчет... Ай-яй-яй-яй. Так, хорошо. Меняем пушку. Давайте его добивать. Еще не добил, что ли? Да, позорище. Ну, просто далековато, не такая она и убойная, как может показаться на первый взгляд. Так, тут захедшотим, ну, чтобы лишний патрон в него не всаживать. Так, чувак, остановись. Вот так. Ну и плюс тут дикий где-то должен бегать. А, вон он, смотрите, снова. Получил себе защиту. Блин, опять куда-то улетел. Вообще жесть. Ладно, спускаемся за ним. Так, да. Твою мать, надо было кайзер брать. А я сейчас здесь его возьму, какая разница. Не успел. Так, а это что, я пропустил? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я турельку схватил. Печально, 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 печально. Надо убегать. Давайте убежим, наконец, отсюда. Фух, пронесло. Вот здесь меня еще ждут. Да, я прямо здесь. Подойди и возьми меня. Так, пока перезаряжается, да, у нас? Нет-нет-нет-нет-нет. О, давай. Сейчас бахнет, и мы его возьмем. Yes, положили. Черт, что это за звук был? Стрёмный. Давайте эти камеры все-таки сбивать. До добра они нас не доведут. Так, адреналин есть или нет адреналина? Пока не вижу. Так, у нас система. Хорошо получилось. Итак, по заданию, смотрите.
мобильный сканирующий модуль у нас, собственно, напротив нас. Ух, нифига. Взорвали бочку. А, нужно уничтожить две батареи. Вот этот С и Д. С и Д, соответственно. Ладно, пойдем. Пойдем потихонечку. Перезарядимся, правда? Блин, мешает, мешает. Ну чё, лег там? Нет, не лег. А, увидел меня. Этот модуль. Сейчас будут ракеты спускать. Конечно. Может, для другого не предназначен здесь. Блин. Ну что, как думаете, рискнуть? Давайте я туда Грену засажу. Ловите, 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 взрывайтесь. Эх, почти. Не дает мне пройти вообще никак. Все, бегом, 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 бегом! Мать вашу. Кто же меня так смог сбить? Я как будто вообще без какой-либо защиты бегу. Мне это напрягает, если честно. Еще не успеешь сделать. Проскочил я. Здорово. Так, у нас есть 35 секунд. Но, знаете, сейчас будет очень опасно, потому что у меня ни черта нет. Ну, вы поняли про что я. Я говорю про адреналин. Давай, 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 бегом, не останавливайся. Он все-таки выдыхается. Так, здорово. Здесь заряд тоже заложили. И у нас 35 секунд. Уже в пути. Ой, там, господи, этот очень опасный. Каким образом? Так, тут надо не лажануть. Осталось 15 секунд. Уходим, 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 уходим! О! Нифига ж себе! И адреналин нашел. А еще есть адреналин? Есть. Система отключена. Теперь надо попасть внутрь. Прикрой меня. Блин, прут все сюда теперь. Ай-ай. Видишь что-нибудь? Нет, все чисто. Да какой чисто? А может быть, и неправда не видит, где я? Напряг, напряг. Успел. Успел, засранец. Так, этот готов. Давайте с этим толстеньким. Наверху тут есть. Слева никого, чисто. Значит, можем подниматься. Готово. А, нет, одного не скосил. Все-таки. Так, выходи, покажись. Все. Какие они молодцы, а? Идут прямо туда, куда мне и нужно. Оу, oh, yeah. Так, я вошла. Иди к дверям, я их открою. Я пойду первый. Сейчас возьму пулемет. Там же вроде пурджер был. Вот он. Ой, я. Сейчас посмотрим, кто кого.
Зачисти платформу, я вызову поезд. Нифига себе, убил его. Ну, значит, я не рассчитал. Немножко там нужно было сверх выпустить. Так, это тоже бегает. Так, ну, ребята, что же вы творите-то? У меня пулемет вообще-то. Вам надо вообще сейчас ложиться. Сложил его, да? Ну, пусть забегает наверх. Еее! Отлично. И много даже не потратил. Где поезд? Сейчас. Перехватываю управление. Видишь, у Визари нет выбора. Скажи Синклеру, чтобы не лез. Не послушает. Скажи. Иначе Векте конец. Сэр, как слышите? Прием. Сэр, если вы слышите, отведите войска. Шталь выжидал. Он знал, что мы прибудем. Как слышите? Слышите? Сэр! Ничего. Надеюсь, он услышал. А если нет, то Векте конец, к сожалению. Слушайте, ну упрямый старик-то на самом деле. Даже и не хотел слушать Лукаса, а он дело говорит. Мы приехали тем временем. Это ВП-1, это центр. Сообщите свой статус, прием. Нас пока еще не заметили. Хорошо взорвал. И с этим тоже разобрались. Ракеты, берегись! Где? Так, нет, ни в коем случае не попадаться под камеру, потому что там вылазит у нас жесткая турель. Черт, я не понял юмора. Ух ты, бляха-муха. Нифига себе. А это откуда? Там издалека? Ну, слава богу, не пришлось адреналин тратить. Сейчас я им покажу. Высший класс. Но, вроде нормуль, но там кто-то ракеты еще пускал. Твою мать, видел же эту ракету. Блин, вот засранцы, конечно. Так, ладно, сейчас посмотрим. А, вот есть пакетик, здорово. Уничтожьте армию.
вообще нормально там все? Или можно идти, нельзя, не знаю. Ладно, рискну. Может быть, взять базуку Хадра. Не знаю, брать, не брать, брать, не брать, брать, не брать, брать, не брать, не брать. Ага. Ну ладно, будем ждать. Так, давайте, светите своими головками. Нифига, терминатор. Просто прет и прет, прет и прет. Ну, вообще по барабану. Что я тут с пулеметом стою? Мало боеприпасов. Ну, спасибо, я тоже об этом знаю. Так, в этой ситуации, в любой вообще непонятной ситуации, надо бежать. Вот, даже лестница есть. Великолепно. Так, на самый верх. На самый верх, пожалуйста. Оу, е! Так, и тут еще у нас даже есть оружейный магазин. Здорово. Так, сколько вас тут? Давайте сюда вам гренку ловите. Ух, там их много. Да, гренка. Да, немного, конечно, не получилось. Немного было коряво. Так, ну ничего страшного. Что у нас там, подствольник, да, говорили, есть? Блин, себя, по-моему, даже ранил. Ну, надо, значит... Так, тут меня никто не поджимает пока что. Здорово. Задание. Просто зачищаем сектор. Давай, 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 давай туда. Готов. Точно тут нигде нет еще одного пулемета. Он бы мне очень даже не помешал бы сейчас. Готов. Готов. Да, похоже, никого здесь больше нет. Блин. Мне надо попасть в зал управления. Если я смогу влезть в систему, то, возможно, выясню, где оружие. Я у вышки. Сейчас взломаю входную дверь. Кайзер. Так, Хадра здесь. Давай, 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 взламывай. В чем проблема? Ну, пока ломает. Сейчас. Еще чуть-чуть. Есть. Оу, нифига. Блях ты, муха. Вот засранец-то. С дробовиком. Урод. Ну ладно, справились. Хотя бы так. Так, что у нас тут за мина? Лазерная, да? Келлан, прикрывай! Мне нужно время! Прикрывать ее, ладно. С какой стороны они хотя бы пойдут? Мне бы знать. Где они, где они, где они? То она, как всегда, будет долго копаться. Я в этом уверен практически на 100%. Прикрой с тыла! С тыла? А, вон они побежали. Смотрите, сейчас что будет.
круто. Сейчас чик, чик. Все. Готов. Все, это тоже готов. Ждем следующую партию. О, кстати, почему бы не взять фугасную, да? Ну, ё-моё! Офигеть. Ну-ка, фугасную. Как раз двое там. Ба! Отлично вообще было. Так. Так, давайте еще раз возьмем лазерную. Да. О, боже мой. Они перегруппировались и опять пошли в атаку. Проверь боезапас. Здорово, да? Так, давайте еще фугас. Где-то я тут скидывал. Вот. Скинул. Так, проверили боезапас. Сканируем. Вот так. Все, супер. Наконец-то, я очень долго этого ждал. Так, секундочку, идут. Я взломаю двери и перехожу им путь. Так, там что-то взломать надо. Вау. Убей его. Положили, но ничего страшного. Давайте, наверное, сейчас... Бежим. Опа. Ну да, что-то их там вообще жестко. Так, давайте. Раз. Два. Не дают мне. Обезвредить-то. Так, ладно, тогда идем сюда. Блин, дайте мне чего-нибудь. Серп, может быть, взять сейчас. Может быть, получше будет. Посмотрим. Ну, вроде бы да. О, хорош вообще. Так, взламывай быстрее. Хорошо. Еще быстрее. Блин, а. Так, взлом. Все, получилось. Собери боеприпасы. Это еще не конец. Не конец? Обалдели, что ли? Так, что взять, Кайзер? А, так, где здесь снова пакетик заветный? Он мне сейчас чертовски нужен. Так, тут стоит у нас мина, все нормально. Здесь все, еще Кайзер есть. А кого задерживать-то? Так, вот тут побежали. Фигово. Так, паук еще ползет этот. Вали! Воу! Я понял, кто это. Давай, быстрее! Фак! Да, блин, что такое? Застрял где-то. Готов. Блин, жесть. Так, ну где-то, где-то штуковина. Может быть, наверх забежать? Они сюда будут к ней заходить? Нужно ее оборонять или нет? Фиг знает. Ладно, сейчас попробую здесь вверх. А, вот она. Ну, держись, тварюга. Готово. Так, ну и дело за малым. В общем, нам нужно что?
Нам нужно обеспечить возможность взлома. Ну, видите, они... Давай, взламывай. Ое. Или подождите. Блин, не получилось. Да, не. Не получается, видите, возвращается постоянно ко мне. Ну ладно, в таком случае нужно идти, да, зачищать. Я уже говорил, что будет легко. Так, тут я спуститься навряд ли смогу, но здесь пушка хорошая. Блин, напугал! Щит этот! Я же все равно по инерции выстрелил. Че, попробовать туда пройти сейчас? Блин, ну они всаживают вообще дико просто. Нужен кайзер. Так, беру кайзер. А это все работает. Над взломом. Что если еще разочек сверху попробуем? Ломать. Все, не должны сейчас они отвлечься на эту штуковину. Давай, быстрей! Ое, поход получится. Все. Это была последняя. Вход заперли. Осталось только вот с этой всей фигней разобраться. Ну что, пойду спущусь тогда. Хорошо. Пусть заходит. Да, блин, не снял с него щит, к сожалению. Фак. Там двое бегают. Так, я понял. Ну и последний у нас остался. И это, скорее всего, будет у нас рукопашка. Ну где ты? Все, чекпоинт. По-моему, она его замочила. Это Тир. Он движется сюда. Устроим на него засаду.